Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні в нашій студії працює Олександр Соколов, правозахисник, лідер партії «Наші» на Сумщині. І ми продовжуємо обговорення теми, яку розпочали ще 1 лютого. І сьогодні у випуску новин на нашому телеканалі ви могли бачити сюжет, який також стосується стану наших будинків і незадовільного утримання будинків чи ЖЕКами, чи управителями. Мені здається, що немає різниці. Да? От назва помінялась, вивіска помінялась, а стиль роботи чи відсутність роботи залишилась. Да, іменно так і є. Тобто з 10 июня 2018 року вже вступили в дію норми закону о жилищно-коммунальних услугах, де написано, що от уже ЖЕКи, вони вже називаються управителі. Но само изменение вивіски, як ми бачимо, ні к чому хорошому не привело. То есть все как было на таком неудовлетворительном уровне, так оно и осталось. Почему так происходит? Я проанализировал всю ситуацию по городу и могу вам сказать, что основная проблема в том, что людям никто ничего не разъясняет, никто не объясняет. И так и получается, что ЖЭКи, они же управители, пользуются незнаниями людей, подсовывают им договора. В этих договорах свою ответственность как управителей они толком не прописывают, зато хорошо прописывают обязанности наших сумчан, а именно вовремя платить в полном объеме. Вот и получается как результат, что счета выставляются, люди платят, услуг не получают. И вот все ходят по этому замкнутому кругу, в том числе обращаются и ко мне, и говорят: «Александр Олегович, помогите». Как сделать так, чтобы заставить ЖЭК работать? Вот сегодня мы как раз об этом и поговорим. Можно ли это сделать и на что нужно обращать внимание, когда подписываются какие-либо договора? Якщо не відповідальні ЖЕКи, у місті є влада, у місті є депутати, у місті є власне профільні управління. Если мы говорим о жилищном фонде, то, безусловно, должны контролировать уполномоченные местные органы власти. В том числе помогать людям в этом плане должны и местные депутаты. Но в процессе общения с людьми я вижу, что большинство людей даже не знают, кто является депутатом по их округу. Вот это основная проблема. Более того, на сегодняшний день существует только два способа, по которому можно завести на рынок жилищно-коммунальных услуг ЖЭК, он же управитель. Это конкурс, может быть, да? Ну, первый вариант – это выбрать управителя на общем собрании жильцов дома. И второй вариант – это назначить управителя со стороны местной власти по результатам конкурса. Но здесь есть еще один ключевой момент во втором варианте. Конкурс местная власть имеет право провести, если было соответствующее обращение жильцов дома. Угу. Если же этого обращения к власти по поводу проведения конкурса и выбора управителя не было, то, соответственно, власть не имеет права назначать и навязывать того или иного управителя. Начиная с 1 августа 2018 года, те ЖЭКи-управители, которых люди не выбирали на общем собрании жильцов дома, работают незаконно. Если же... Але як же вони стали працювати? Ну, тобто люди їх не обирали, їх призначили без конкурсу? Не проводился ни конкурс. Втихаря, да? Да, к слову сказать, в 2018 году власть пыталась навязать людям, вот, скажем так, эти же ЖЭКи-управители, и провести конкурс. Но было соответствующее судебное разбирательство, и в рамках этого судебного разбирательства, которое уже прошло в том числе и апелляционную инстанцию, то есть решение на сегодняшний день судебное вступило в законную силу, суд четко сказал, местная власть не имеет права проводить конкурс, если не было соответствующего обращения жильцов дома. А власть хотела таким образом навязать людям, а это порядка там несколько сотен домов сумских, нужного управителя. Вот. Ну, пока что это не получилось. Ну, опять же, в юридическом плане не получилось. А то, что сделано было после 1 августа 2018 года, это просто вот взяли некую фирму и сказали, обслужи этот дом. Без конкурса, без ничего. То есть вообще непонятно. Как я говорил в прошлых эфирах, просто так обслуживает фирма, и люди просто так дарят ей деньги.
И возникают такие правоотношения очень странные, когда люди, не вникая, почему они платят именно этой фирме деньги, продолжают дарить свои сбережения. Ну, естественно, если с этой фирмой, ЖЭКом, управителем, не было никаких договорных отношений, то как можно от них что-либо требовать в плане исполнения условий по содержанию дома? Придать хоть какую-то формальность правильности юридической работы этих управителей. Исполком там принял одно решение. Что вот те виконавці послуг, которые работали ранее, продолжают работать. Що треба зробити, щоб правильно Покрокова в рамках закону і з вигодою для свого будинку і для мешканців отобрати такого управителя, відповідального? Ключову роль в виборі і назначенні управителя в будь-якому випадку грають жильці дому. Несмотря на то, что на сегодняшний день в некоторых домах не проводились эти собрания, и вот этих так называемых ЖЭК-управителей назначили просто так, это ни в коей мере не лишает людей возможности хоть завтра провести общее собрание жильцов дома и выбрать того управителя, который их устроит. Это первый момент. Второй момент, безусловно, каким образом выбираются управители? Ну, во-первых, на собрании дома должны присутствовать собственники квартир, и в сумме их голоса должны составлять более 50% от общей площади дома, включая нежилых помещений. Далее, после того, как они выбирают управителя, нужно будет выбрать уполномоченное лицо на подписание договора с ним. Но условия договора будут утверждать снова же таки эти самые собственники, жильцы дома. Вот. И вот здесь ключевой момент, потому что если люди бездумно, просто так будут брать тот договор, который предлагает тот или иной правитель, не читая, и его утверждать, то, соответственно, они совсем соглашаются, что там написано. Они могут написать свой проект, не? Безусловно, они могут и свой написать, тем более 5 сентября 2018 года Кабмин утвердил типовую форму договора. То есть она есть в интернете без проблем. Если нужно кому-то распечатать, я могу выдать. И по вот этой типовой форме можно же тоже сделать свой проект и предложить тому или иному управителю. Но вот даже пробежавшись по этим законодательным новшествам, что там должно быть предусмотрено в этом договоре, как эти пункты обычно излагаются. Ну, вот, пример, что главное, существуют риски, назовем их например, так. Вот, допустим, у випадках та порядку, передбачених договором, управитель має право припинити, призупинити надання послуг у разі їх неоплати чи оплати не в повному обсязі. То есть, что может быть написано в договоре? К примеру, если процент неплательщика в доме составляет 30%, то управитель имеет право не предоставлять услуг по этому договору. И вот, к примеру, обычная такая фраза, да, уже влияет на то, каким образом будут предоставляться услуги по обслуживанию жилья. Вот. И очень часто что же происходит? Приходит ко мне человек и говорит: ну, ЖЭК отказался ремонтировать, потому что, говорит, большой процент неплательщиков. Так может, действительно он юридически и прав, тот управитель, если это записано в договоре, а люди на собрании своем утвердили, не читая этот договор, и подписали еще. То есть есть очень много таких, знаете, заморочек. К примеру, еще такая. Как вы знаете, подписывая договор, он действует на протяжении одного года, и туда закладывается стоимость услуг. Стоимость услуг состоит из двух составляющих. Это непосредственно стоимость по содержанию дома, куда входят вот эти все услуги и обязанности ЖЭК-управителя. И второй момент – это вознаграждение управителю, так называемое. И первая сумма стоимости, вторая – вознаграждение, она тоже утверждается жильцами и прописывается в договоре. То есть на это тоже нужно обращать внимание. Каким образом определялась эта сумма, на основании чего, есть ли техническая документация на дом, а давайте мы перепроверим это все. То есть все нужно перепроверять. Вот, и вот касаемо этой стоимости услуг, написано следующее в законе.
что она на протяжении длительности договора, я напоминаю, длительность договора 1 год, может меняться порядок и способ, установленный этим договором. То есть если люди подписали, не думая, договор, в котором написано, что управитель в одностороннем порядке имеет право менять стоимость услуг, тогда этот тариф может поменяться в любое время абсолютно, до окончания срока действия договора. То есть на это тоже нужно обращать внимание. И самое интересное, ну, на прошлой передаче я уже затрагивал, ознакомливался уже с несколькими договорами управителей, которые люди подписывают вот так на своих собраниях. Ну и там же полностью отсутствует ответственность за непредоставление или предоставление некачественных услуг. Все решается между управителем и жильцами дома. Угу. Да, жильцы дома имеют право установить и прописать в договоре штраф, к примеру, за некачественные услуги или за проведение работ по восстановительно-ремонтных работ там больше какого-то срока, тоже штраф. Или там обязанность управителя пересчитывать услуги в случае их непредоставления или некачественного предоставления. То есть вот такие есть, понимаете, пункты. Механизмы все так и есть. Да, но в тех договорах, которые подсовывает управитель, они эти... норми по відповідальності відсутствують. Ну, тому що люди на них не наполягають, да? Да. Дуже часто ж люди не виходять на його общі собрання. І якщо ж на цьому общім собранні більшість жителів домов згодилися з цими умовами договору, то вони розпространяються абсолютно на всіх жильців. І говорити о тому, що мене там не було на собранні, або я там не згоден з таким-то пунктом, вже не приходиться. Ну, будуть всі платити по цьому договору, який был утвержден на собрании и был подписан уполномоченным лицом. Уже не говорят, что это уполномоченное лицо еще имеет право контролировать исполнение этих договорных отношений со стороны управителя. Зараз люди отримают платежки, в яких якісь там, ну, незрозумілі суми, нарахування, вказана якась пеня, написано, що в разі там неоплати в такий-то строк ви там маєте сплатити. От наскільки законні такі всі вимоги, дії і всі оці пропозиції з попередньою оплатою послуг, які ще людина не отримала? Можемо ми цю тему підняти сьогодні? Так, безусловно. Согласно ж нового закону о жилищно-коммунальных услугах, пеня за просрочку оплаты этих услуг будет начисляться, начиная с 1 мая 2019 года. И размер пени не должен превышать размер 0,01% от суммы долга. Ну, на, к примеру, там, сумма долга 1000 гривен. 0,01% от этой суммы долга, 10 копеек выходит за каждый день просрочки. То есть каждый день просрочки долга 1000 гривен, человек будет платить 10 копеек. Вот, это первый момент. Второй момент по поводу этих предоплат. Все определяется снова-таки договором. То есть если там это предусмотрено, значит предоплата должна быть. Если не предусмотрено, то не должна. Что касается вот последнего события, по газам, по корректировкам. Очень часто люди обращаются с этим вопросом. Насколько это законно и так далее. И вообще, когда закончится весь этот бардак с этими платежками. Ну, как всегда, мы упираемся в коллизию законодательную. Вот когда пишут много нормативных актов, они между собой... Ну, не корреспондируется, друг другу, да? Да, и начинаются противоречия. И вот именно этими противоречиями, как правило, монополисты и пользуются. И пользуются своим монопольным положением и выкручивают людям руки. Вот в частности, по этой корректировке. Приведение к стандартным условиям объемов газа. Чем аргументирует облгаз? Тем, что стандартные условия поставки газа предусматривают, это на законодательном уровне закреплено, поставку газа в условиях при температуре окружающей среды плюс 20 градусов и там, давление 760 миллиметров ртутного столба. Но, как вы знаете, из курса физики, при уменьшении температуры, да, окружающей среды, соответственно, сужается, уменьшается этот объем поставляемого газа.
И получается, что пока транспортируется этот газ уже до потребителя в холодное время года, объем газа уменьшается, и те счетчики в большинстве своем, которые стоят у людей, они не учитывают вот температуру и объем поступаемого газа. И получается так, что газовики платят Нафтогазу за объем в стандартных условиях газа, а передают потребителям в рабочих условиях. И действительно, да, есть в законе Украины про природный, по-моему, газ, там, про, в кодексе про газотранспортную систему, распределительную систему, да, там написано, что действительно нужно приводить объемы газа к стандартным условиям. Но при этом делается ссылка на методику, в которой указываются эти все коэффициенты, по которым нужно приводить. Как это рассчитать, да? Да. А если мы откроем эту методику, то там написано, что она не распространяется на обычных потребителей газа. То есть только на промышленных. Да. То есть вроде бы как и нужно приводить к стандартным условиям, в одних законах написано. Но там, когда мы беремся узнать, по какой методике и какие коэффициенты применять, таких коэффициентов, применимо к нам, бытовым потребителям, нету. Соответственно, я делаю вывод, что на сегодняшний день эта корректировка является незаконной. Как вы знаете, 23 ноября НКРЕКП приняло постановление, которым запретило облгазам, в том числе и Сумгаз, да, проводить эту корректировку. Как развиваются события вот в данный момент времени? 5 декабря уже Сумыгаз обратился в окружной админсуд Киева, оспаривая это постановление. Согласно закону, это судебное дело должны были рассмотреть в течение 2 месяцев, то есть до 5 февраля. Но вот по состоянию на сегодня это дело еще в суде не рассмотрено. Когда оно рассмотрится, тоже ж пока не можем сказать, да? Даже если предположить, что оно будет рассмотрено, безусловно, будет подана одной или второй стороной апелляция. Апелляция подается в течение месяца, плюс еще срок рассмотрения в апелляции 2 месяца приблизительно. Да, итого мы выходим где-то на конец мая, июнь, когда можно будет говорить о том, что вот точка в этом деле какая-никакая поставлена. Это первый момент. Как вы знаете, НКРЕКП собирается проверять облгазы. К слову сказать, вот как раз в понедельник госрегуляторная служба дала разрешение на проверку облгазов. Да? Но опять же, начнут они эту проверку в лучшем случае в марте. К концу марта, дай бог, чтобы они оштрафовали те размеры штрафов, которые существуют, ну, насколько я так изучил этот вопрос. Ну, они на самом деле для монополистов, ну, не представляет такой серьезной угрозы, да, чтобы они прям там испугались и перестали этим заниматься. Но опять же, даже если там будет какой-никакой штраф, всегда у облгазов будет возможность обжаловать эти штрафы в суд. То есть и снова эта процедура, там минимум еще 3-4 месяца, но все будет по судам. Ну, але ж мы говорим про те, что у платежках уже зараз якісь там довольно таки серьезные суммы. И вот что робити? Платить, не платить? Якусь частину платить? От что вы порадите? Знаете, когда вот такая законодательная коллизия и еще есть судебные споры, утверждать о том, что не платить я не буду. То есть каждый человек должен сам изучить этот вопрос и принять самостоятельное решение. Любой факт неплатежа, он влечет за собой определенные риски, все должны это понимать. В риск того, что там могут приехать, отключить, а вы потом ходите, доказываете, что кто-то там незаконно поступает. А любой спор – это, как правило, суд, а суд – это время и деньги. Чому все це от можливо, да, у нас стається? Чому нічого не міняється? Ну, эта проблема комплексная. Прежде всего, она касается того, кого мы делегируем во власть. От этих людей очень многое зависит, от их профессиональных качеств, прежде всего. Потому что, как правило, мы выбираем всех эмоциями. Вот и попадают люди такие случайные во власть, которые не умеют писать законы, не умеют нормативные акты тоже какие-то издавать правильные, когда оно все друг другу противоречит. А расхлебываем все это мы с вами. То есть любое наше решение, рано или поздно, на нас же и отражается. Вот. Вот и, собственно, пусть люди делают выводы.
и подходят правильно, разумно к выбору тех людей, кого они хотят делегировать в тот или иной орган представительской власти. И если будет все это не на эмоциях, а именно разумно, по конкретным критериям, когда человек сможет самостоятельно объяснить, почему он выбрал того или иного человека, тогда, поверьте, все ремнях. Будет да. А когда задаешь вопрос, почему того, то у него прическа хорошая, то у него глаза красивые. Платье красивое, да? Поверьте, это не критерий выбора того или иного человека. Ну, ключове слово – думайте. Дякую вам за нашу розмову і за глибокі роз'яснення, які ви подаєте нашим глядачам. Я нагадаю, сьогодні Олександр Соколов, правозахисник і лідер партії «Наші» на Сумщині, працював в нашому ефірі. Залишайтесь на телеканалі АТВ і дякую за увагу.